Рядом с Кыштымом уфологи ищут следы инопланетян. Участники экспедиции уверены, в одном из окрестных озер лежит летающая тарелка. На ней в город мог прилететь Алешенька. Точка входа на дереве, вот она, точка ожога. Это точка выхода. Руководитель экспедиции уверен, эти ожоги на березе – следы от осколков летающей тарелки. Поисковики считают, что инопланетный корабль потерпел здесь крушение и упал в озеро Анбаш. Скорее всего, на тарелке мог прилететь наделавший немало шума кыштымский карлик Алешенька. Поверье о том, что в Анбаше упала летающая тарелка, ну, некий неопознанный объект, основано, во-первых, на наблюдениях очевидцев. То есть это действительно такие очевидцы были, я сам с ними разговаривал. Подробнее о новых данных уфологов читайте на нашем сайте одинобл.ру.